Всем здоров, ребят, с вами Фабиан, и сегодня мы продолжим с вами играть в Alien Isolation. В прошлый раз мы остановились... Я не помню на чем, но, скорее всего, мы сдохли. Да, вероятно, так. Ну и, собственно, начинаем мы с вами с момента с охранки, которая перед мужиком, который в госпитале, перед врачом. Да, вот, мужик, врач, все, погнали. В эту дверь не хочу, давайте вот в эту пойдем. Открывайся! Это что здесь? Он прибежал за мной, да? Морли, Морли. Тихо, тихо. Блин. Гнида. Здесь, получается, мы здесь не можем нигде спрятаться, что ли, да? Ух. Блин, мерзкий урод. Он у меня за спиной там уже, что ли? О, нифига себе, я прибежала. Блин, а здесь есть где спрятаться? Ой, негде спрятаться. А. Тихо. Я слышу, он топчется. Может, не заметит, а? Только бы не заметил. Пошел вон отсюда, пошел вон! Уходи, чувак, где ты? Я слышу тебя, ты тут где-то топчешься. Я не хочу брать этот предмет. О! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! Уйди, уйди! Побрал. Так, давайте поползем тихонько. Так, вот так, вот так, вот так. Тихо, тихо, тихо. Тихо, сейчас, блин, как наткнемся на него, наверное, опять будет перед рожей мне стоять. Откуда-нибудь возьмется сейчас. Из ниоткуда, как обычно, блин. Откуда он берется-то все время? Морли. Морли. Идет. Идет, идет. Вот он, вот он. Ай-яй-яй, нет, 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 пожалуйста. Тихо, не подходи сюда. Где он? Вот там, топчется, прям рядом. Уходи, скотина. Чернуха какая-то мерзкая. Пошел вон. Не-не-нет, нет. Нет, даже не думай здесь принюхиваться. Иди нафиг. Нюхает он. Ходит, блин. Все, сейчас он вытащит меня из шкафа по-любому, потому что я слишком долго тут стою. Он решит проверить его. Да? Где он? Он вот тут, прямо справа. В коридоре, видимо, в этом стоит. На, тихо. Как страшно. Все, карта. Мы можем по этому коридорчику туда пройти. Сохраночка! Сохраночка, как прекрасно-то! Я его слышу, господи, господи, господи! Шкаф! Шкаф, скорей! Забегай! Тихо, все! Все тихо! Тихо, тихо, тихо! Что за звуки-то? Ой, он идет! Нет, куда перезаряжать? Ты хрен с ним, быстрее! Можем попробовать вылезти и побежать? Нет! Не надо, уходи, пожалуйста, иди дальше, иди куда шел. Там твои лошадей воруют, иди с ними, пожалуйста. Он в кишку пролез? Он в кишку пролез? Все, насрать, пофигу, его пока нет, побежали. Сейчас, карта. По вот этому коридору и быстро налево. Скорей, скорей, сюда. И давайте сюда. Я не знаю, где мы. Быстрей, быстрей! Блин, фу, прям мурашит очень сильно. Ой-ой, смотрите, какая я кривая, все посыпалось сразу. Ой, он рядом, он идет, идет, шаги слышу, отвали, все, нет, тихо. Вот он, затих. Нет, опять идет.
Как он там так ходит вообще, я не понимаю. Так, смотрите. Здесь есть вот эта комнатка. Значит, видимо, тут везде есть такие комнатки. Их много, и надо найти как ту, которую надо. Видимо. Окей. Так, эта скотина сзади там отходит подальше. Идет обратно. Очень быстро идет обратно. Опять отошел назад. Опять идет сюда. Да что ж его носит-то там? Вот ведь не стоит на месте. Сволочь инопланетная. Вроде он где-то остановился. Давайте еще раз. Ох. Не знаю, насрать. Нам нужно выйти из этой комнаты и пойти искать другую. Че она открылась? Че она открылась? Тихо. Нет его. А че она открылась-то тогда? Дверь, не открывайся просто так. Ты меня пугаешь очень сильно. Скорее в шкаф. Тихо. Блин, просто супер... Супер стелс-серия получается, конечно. Че сказала вообще? Че сказала? Так, давайте выйдем, пойдем туда в другую сторону. Урод, да где ты вообще был-то? Это как, знаете, видос с енотом. Держи, держи, он идет, идет, держи. И он такой потом. Он по вентиляции, что ли, надо мной шароебится? Вот, пропуск. Мы взяли тот пропуск, который нужен. Вернуться к доктору Кульману. Вы что, шутите? Как это вообще возможно теперь? Он же сожрет меня, ну как так? Фу-фу-фу. Да что ж такое? Он добегает куда-то в одну сторону, и потом резко начинает бежать в другую. А-а-а! Блин, такой ощущение, что он по вентиляции передвигается. Это невозможно просто. Все, я не знаю, как здесь можно столько стоять. Надо бежать. Я не знаю, как, куда. Ой, это сейчас будет тут прям, наверное. По вот этому коридорчику, так? Вваливаем вообще со всей... Так, подожди. Там направо... А, дверь, дверь, дверь! Какая-то дверь открылась. Тихо. Так, сюда. Сейчас, тихо, нет. Как нам к этому Кульману-то обратно? Вот сюда. Открой все. Что-то пипикает везде, шуршит, пищит, булькает. Так, и сейчас направо. Нет, мне не направо! Мне не направо, мне не направо, не направо, он за мной прям бежит. Ну нет! Урод! О, я стояла полчаса в этом сраном шкафу, чтобы ты меня догнал вот здесь! Тихо. Нет, иди, уходи, уйди. Уйди, нет! Не надо, не взумай, нет! Меня тут нет! Меня нету тут! Я не успела задержать дыхание. Пагла. Не ходи сюда, нет! Меня тут нету, ты тут уже был! Он убил двоих, зачем тебе? Я буду звать его Петруша. Петруша! Да... Как? Петруша, не ходи сюда. Петруша, не ходи. Петруша. Петруша, ты где? Петруша, ёпта. А, Петруша, Петруша, Петруша. Тихо, тихо, спокойно, Петруша. Спокойно, я тебе вкусняшку дам. Я тебе вкусняшку дам, Петруш. Блин, да почему ты меня замечаешь-то все время? Он идет? Петруш. Петруш. Нет. Нет, Петруш, не заходи. Твою мать, ну почему ты заходишь сюда все время? Как
Какой ты мерзкий, Петруха! Петруха, иди дальше! Иди в вентиляцию, тебе же там хорошо сиделось! Ты нормально сидел там, ну чё ты... Петруха... Уйди, прошу тебя! Пошёл, пошёл! Петруха идёт назад! Тихо, тихо! И где он? Свинья? Назад же шел. А это что за кнопка? Зачем она? Тихо! Где? Ведь на картаны сядем. По стелсику, по стелсику. Какого черта-то? Она не может так долго задерживать дыхание. О, Петруша, пожалуйста, не подходи сюда. Не нюхай здесь, не ню... Ой, что это за сволочь, а? Блин, вы слышите, как на улице тачка орёт жестко? Я вот слышу. И как мне понять, куда он ушел? М? Сюда он идет, похоже. Опять стоит тут где-то рядом прям с дверью. Ну что ты за скотина? Значит, надо выходить, когда он пойдет вот туда, в самую крайнюю правую. Чудесно я вот это показываю, да? Прям... Зачем? Я не знаю, где он, справа или слева, или сзади, или где-нибудь сверху у меня над головой уже слюнёй капает. Слюнёй. 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 Вроде нету. Не увидел? Он не заметил меня, как я сюда забегаю? Блин, я руку себе укусила, больно. Падла, чтоб тебе хвост дверью прищемило. Ой, это я не тебе! Это я не тебе, Петруш! Петруш, я не тебе! Нет. Петруш, отойди! Отойди, не дыши на меня! Ты жрал какие-то кальмары, тебя воняет, уйди отсюда! Почему вы так громко открываетесь? Это же как-то просто невозможно. Ой, она шаркает, блин. Попробуй ноги поднимать, когда ползешь. Тихо, это что за дверь? Это дверь Кульмана уже. Прикиньте, мы сейчас придем, а он дохлый там валяется. Вот это будет вообще неудача всех неудач. Не могу дверь за собой закрыть. Нет, не могу, походу. Эй, Кульман. Чтоб тебя, Кульман, ты знал, что там эта тварь! Клевета, я не знал, я лишь предполагал. Чуешь разницу? Говори код. 17.02. Все спускаемся в амбулаторию. Конечно, конечно. Извини, что так вышло, сама понимаешь, вот обстоятельства. Я сейчас выйду в соседнюю комнату, введу код и включу лифт. А потом спустимся, пропуск у нас теперь есть. В какую комнату соседнюю ты выйдешь? Вас Ген. Вазген, Кульман, давайте сохранимся вот тут. Быстрей! Пожалуйста, вот так, все. Где? Куда ты выйдешь-то? Как? Где? Мужик! И как мы с тобой поедем? И на чем? А, все. Ёпта! Сейчас вещи соберу и пойдем. Какие у тебя там вещи еще? Придурочный. Вещи у него какие-то. Его убьют сейчас. Ну, что мне делать? Ну, естественно. Кто бы и вообще не сомневался. Подожди, на лифте, на нижний этаж госпиталя. Нам нужно понять тогда, где лифт. Сейчас прямо направо, и там херачить куда-то. Так, пока чужой его кушает. У чужого обеденный перерыв. Мы быстро бежим в лифт. Нажимай! Пропуск, срань тропическая, ты едь! Едь! Прямо из-под носа у него, прикиньте. А-а-а, жесть. Найти аптечку. Аптечку. Есть сохранка? Ну вот, эта скотина уже за мной сзади где-то бежит. Ну, что такое?
Привет. Откуда ты вылез-то, а? Сволочуга. Ладно, в общем, ребятки, на этом сегодня мы с вами остановимся. Меня опять 100 миллионов раз сожрали. Это просто нереально. Очень сложная игра, на самом деле. Я думала, как-то будет проще. Вот, но мы хотя бы чуть-чуть малюсенький кусочек прошли, и я думаю, нормальные люди проходят эти кусочки минут за 10, но как бы кто угодно, только не я. В общем, если вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментах, и еще вступайте в группу ВКонтакте, ссылочка будет в описании. Всем спасибо огромное за просмотр, с вами была Фабиан, счастливо!